По данным полиции, в Москве в среду 19 марта около 3 часов утра 5 злоумышленников проникли на территорию автобазы, расположенной по адресу улица Нижегородская, дом 74. Преступники были в масках и вооружены пистолетами. Они, угрожая оружием, связали охранников и похитили дорогостоящий двухковшовый трактор GMC. Одному из охранников через некоторое время после налета удалось самостоятельно развязаться и вызвать полицию. Столичные полицейские предпринимают меры по розыску и задержанию преступников.